Бледно или нет? Косметика Лены Крыгиной. Из чего на самом деле состоит ее продукция? Где варят? Тестируется ли на животных или только на армянах? Показать все, что скрыто. Погнали! Всем большой привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. А обычно вы ждете такое начало. Нет. Это мой YouTube-канал. И здесь селеба я. Понятно вам? Всем привет! Вы находитесь на канале GevMoa. Здесь вы можете узнать о том, как подсветить свою кожу, выглядеть не бледно, сиять 24 часа в сутки, даже если у вас сухая кожа. Слышите цоканье? Это Патрик. Не обращайте на него внимания. В принципе, сентябрь и октябрь самый насыщенный в бьюти-индустрии месяц. Почему? Потому что очень много запусков новых коллекций, это осень-зима, запуски новых брендов и всего такого. Например, запуск нового бренда – это Крыгина Косметикс. На этой неделе я был в гостях и познакомился с косметикой от тети Лены. Посмотрим, чего она скрывает. Был прицвет. Каждая из продуктов Крыгина Косметикс имеет вот такой лабораторный домик и огромную инструкцию. Каждый из своего рода красочек, концентратов, таких они называются конкриты, имеют небольшой, похоже на маслянистые или акварельные краски. Ставь лайк, если ты тоже рисовала в детстве и сейчас пытаешься нарисовать себе наебали пейзаж, но не получается и в итоге просто... Идем дальше. Продукты, которые называются конкрит, имеют насыщенный яркий цвет, и в каждом тюбике буквально одну горошинку можно использовать на глаза, на губы, на щечки, куда угодно. Продукт сам фиксируется не быстро, будем честны, не быстро, но фиксируется. Если вы находитесь в ритме большого города, справа в руках у вас экстренно горячий тыквенный латте, а слева у вас iPhone, и вы пытаетесь еще сама краситься на бегу, возможно, эти продукты для вас зайдут. Потому что закинула такую маленькую баночку на губки, на щечки, на глазки, и ты прекрасна. Конечно же, чуть позже в ролике мы с вами протестируем этот продукт на глазах, посмотрим, как на самом деле они себя ведут. Презентация проходила в довольно классной атмосфере, в рамках такой небольшой лаборатории. Настолько лабораторная история, что мне захотелось одеть защитные очки и подготовиться. В первую очередь я выдавливаю этот продукт себе на ладошку, сильно не нажимаю. Если вы рисовали в детстве и не рисовали, самое главное не нажимать на середину, иначе продукт сам постоянно будет выходить. А нужно нажимать только на краешек, вот здесь вот, на хвостик, по чуть-чуть. Это вам не зубная паста, продукт начнет вываливаться очень много и растекаться. Я выдавил небольшую капельку и теперь с помощью плоской кисточки на подвижное веко, активно. И сразу же пушистенькой, чистой кисточкой растушевываю границы. Знаете, что мне нравится? То, что цвета в косметике Крыгина есть открытые. Я немножечко расстроился, когда уходил с вечеринки, потому что у меня в наборе всего 3 красно-розовых цветов. А мне же лично очень хотелось попробовать белый, синий. Знаете, такие прям немножечко рисовальные открытые цвета, потому что если их смешивать, получается очень круто и эффектно.
У нас с вами здесь кольцевая лампа, которая немножко блюрит, и видеосвет, который создает небольшой пересвет. Но из-за того, что в продукте очень много цвета, пигмента, я думаю, что вы его видите. Здесь, в зеркале, он в два раза ярче. Чуть-чуть испачкалась, практически зафиксировалась. Я бы добавил еще на нижнее веко и на середину усилил этот продукт. Пробегаюсь с излишек. Не знаю, многих может смутить такая упаковка. Меня же, наоборот, она порадовала, потому что я, в принципе, давно рисую, рисую с детства. И можно сказать, что в мейкап я пришел с помощью рисования. И это такой классный, приятный флешбэк. Не жесткий такой, не вьетнамский. Типа, о, господи, только не это. Нанесу на середину века и на нижнее. Для того, чтобы фиксировать и задать чуть больше стойкости, ребята из Corrigina Team советуют использовать ее. Так, теперь надо тушануть это все красиво, модно, молодежно. Ой, с Богом. Знаете, так как я визажист-самоучка и долгое время занимался мейкапом и все такое, конечно же, я, как и все, гуглил видеоролики сначала в YouTube, и одним из первых роликов обучающих, естественно, это были ролики Лены Крыгиной про мейкап, про тональные средства, про красные губки и все такое. Знаете, еще один забавный факт. Я не планировал становиться профессиональным визажистом, и, в принципе, это не было целью моей жизни. Но что-то пошло не так. Это Крыгина. Это Крыгина? Но смотришь, что это такое. Но у Лены нет палетки. Я специально не буду пудрить эти тени, чтобы посмотреть, как они себя ведут. На мероприятии мне сначала использовали классический серый цвет, потом я попросил использовать этот же конкрет мне на слизистой. На слизистой мне он не очень понравился, но в качестве серых смоки он классно мне зашел. Также после этого я пристал к Фире, и Фирюзе, она работает в Corrigina Team, и после этого мы с ней немножко видоизменили мой макияж. Сейчас вы можете увидеть этот ролик. На мне насыщенный черно-серый смоки айс вытянутый, и на середине серебристый металлайз. А золотым металлайзом она подсветила мне уголки глаз и чуть-чуть использовала в качестве хайлайтера. У меня в наборе три оттеночка конкрета, и все они красно-розовые, поэтому я решил использовать самый ярко-розовый себе на глаза. Немножечко ресниц, чтобы наш самый макияж имел чуть более характерный такой настрой. С вас скрин. И отмечайте меня и Corrigina Cosmetic. В Instagram. Я попробую новую тушь от Beauty Bomb, она называется Girl Power. Это классная игра слов на тему Girl Power, да? Девчонки. Так, здесь вот такая странная щетка для того, чтобы подкрутить ресницы. Попробуем, погнали. О, цепляет. Поднимает. Наслаиваем. Насыщенная текстура туши, знаете, не такая водянистая, не подсохшая, неплохая, мне нравится. Нужно, основной секрет таких тушей в том, что нужно наносить пузиком к ресницам вверх, такими подкручивающими движениями, а не наоборот ложечкой вниз. Без туши и с тушью.
Я думаю, вы видите результат, поэтому я сейчас накрашу без вас второй глаз и доболтаем. Также Karina Cosmetics запустила скраб для губ и бальзам. Мы сейчас немножечко нанесем бальзам на губы. Ой, пахнет очень вкусно. В первую очередь, знаете, что мне понравилось больше всего? Что в пиар-рассылочке у нас была еще свечка. Я из-за того, что переехал, нахожусь в большой квартире, здесь мне хочется обустраивать это все растениями, свечками. Знаете, сделать все уютно, классно, но не перегружено. И как вкусно. И свечка... Извините. И свечка пахнет также приятно. Я не знаю, что это за аромат, скажу честно, я даже не могу его идентифицировать. Это какой-то манго, какие-то ягодки, что-то ненавязчивое, приятное. И точно таким же ароматом, точно такой же аромат шел от свечки. Я не знаю, будут ли продаваться эти свечки или нет. Из хороших новостей, данная продукция будет продаваться во всех золотых яблоках с 4 октября. Ценовая политика от 1500 до 2000, скорее всего. И того, что входит вообще в косметику Крыгина, ребят. Значит, бальзам, скраб, получается концентрат. Это вот в таких тюбиках насыщенные краски для щек, для глаз, для губ. Есть два смягчителя-разбавителя, такие штучки-дрючки. И, конечно же, в шприцах, у меня, к сожалению, их нет. Там находятся пудры и такие топовые покрытия, которые металлизируют. Именно серебряные штучки оттуда были использованы у меня на глаза во время мероприятия. Итого, конкретом я говорю не бледно, продукты классные, мне нравятся. Металлайзеры, мне кажется... Неплохая штука, если у вас не было таких продуктов, у меня огромное количество пигментов, и пока что в рамках презентации я не увидел небольшой разницы от пигментов, и нормально, почему бы нет. Я бы попробовал какие-нибудь блестяшки оттуда и два продукта, которые разбавители, укремити, разбавители, какие-то миксеры. Забавная штука, мне в принципе нравятся такие штучки-дрючки, которые можно мешать, перемешать и сделать из этого новую текстуру. На этом все, спасибо большое за внимание, подписывайтесь на мой канал. Ролики выходят каждую неделю, поэтому ставь лайк, подписывайся на канал и палец вверх, колокольчик, вот это все, пишите ваши комментарии, хэштег бледно или нет, вот это все. Вот такой вот быстрый макияж с помощью косметики Крыгина, и в целом на этом все, пока-пока, с вами был Геворг, сияйте! Давай в кадре чуть-чуть пиздец. Да я запишу голосовавку. На телефон только побольше.